Друзья, всем привет! В общем, сейчас вы посмотрите очень важный для меня ролик. Пожалуйста, досмотрите его до конца, потому что на самом деле я вложил в него огромную кучу сил, времени, ну и, конечно, любви, потому что этот ролик посвящен в какой-то степени моему папе и его новому мотику. Поэтому, пожалуйста, потратьте 20 минут, досмотрите ролик до конца, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Я буду вам очень благодарен. Ну что, давайте начнем. Я думаю, вам понравится. Поехали. Здорово, банда! С вами Dance is Dandy Team. Там вот сейчас Илюх появился. И сегодня офигенский день. Время 8:30 вечера. Здесь у меня друган. Артём. Привет. Какие вы крутые. Принимай аппарат. Да. Махнул, не глядя. О, блин, я уже забыл реально, как она выглядит. Ну, знаешь, реально, я пока идет, так привык к ней. Енот MX. Крутой канал. Парняга. Енот MX, я настолько привык. Он очень крутой, так что сейчас вот здесь вот прям ссылочка. Обязательно подписывайтесь. Парняга делает вещь просто. Обзорчики снимает, кстати, классные. Ой, Honda. 2 месяца, даже больше, блин, не делали. 252 Т по мощности, как 600 EPS. А, Лёненька, птичка. Да купили. Нас нереально. В общем, меня владельцы обманули. Я попросил Тёму мне помочь. Он полностью перебрал весь двигатель. В общем, все мы сделали. И сейчас хочу завести. Резко. Есть весь бензин полностью, потом он только поедет. Прокатишься? Не дай бог. Выше третий страшно щелкать. Я даже не могу представить то, что он на двух... Сколько она весит? 125 весит в районе 86 килограмм. Этот в районе может быть килограмм 90 плюс-минус. 90 килограмм и 60 сил. 60 кобыл, да. Это квадроцикл. Почти килограмм веса на кобылу, прикинь? Ну да. Да дай ты газу, да! Каково надо? Так... Не надо ничего, ни первую, ни пятую, без разницы. Пятую ткнул, газ дал, и поехал. А каково на такой технике на заднем валить? Кирпичи так, понимаешь? На ней можно уже прямо бам-бам вот так вот? Прям можно? Просто я боялся. Да, можно, можно. Да? Да не обязательно ездить бур-бур-бур-бур-бур. Понимаешь, вот это бур-бур-бур, это пол коленвала бензина вместе с маслом. Это все в будущем закоксовывается, он должен выплевывать. Здорово, народ. Здорово. Все, блядь. Терню? Да. Привет, все. Да, батя, Honda. Откуда? Ну вот, все мы сделали, вот сейчас привезли, сейчас будем наряжать. Откуда? А? Да. Не, батя. Завтра батя приедет, забирай. Подарок. Не забудь бант наклеить. Да. Блин, ну это вообще. А? Работает? Что? Спустя
почти 3 месяца наша Honda. Артём, огромное ему спасибо. Канал, кстати, Енот МХ, еще раз говорю, воскресил нам двигатель. Мы поменяли абсолютно все, начиная от подшипников коренных коленвала, заканчивая всеми прокладками двигателя, заменялся шатун, поршень. И, в общем, папа завтра уже за ней приедет, но он не знает самую главную суть, что мы для него приготовили небольшой сюрприз. А что же это будет, сейчас вы все в процессе ролика узнаете. А сейчас давайте снимем вот это вот. Посмотрите вот на этот мотоцикл. То есть это старый пластик, ну, он поношенный весь, он потертый. Обратите внимание на эту резину, потому что, ну, это не камильфо. На самом деле, это все не камильфо. Ну и я решил немножко мотик модернизировать, придать ему заново ту красоту, каким он должен быть изначально. Ну, в общем, все. Давайте, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем делать вещи. Поехали! Зачем вы собираете мотик на всех разных болтах? То есть, вот крыло, да, 4 болта было под головку на 8, третье под шестигранник, конечно. Ой, четвертое под шестигранник. Смысл? Купите все болты одинаковые, блин, 10 рублей потратите. Я его слепила из того, что было. Ну, хоть шайбочки подложили. Как называется? Здесь я, короче, уже когда научился. Я все-таки уговорил Дэна сделать фатальный взлом. Ребята, в общем, вот такой мотоцикл мы имеем на данный момент. Мы сейчас все разобрали. Уже время 10 вечера. Мы вообще не успеваем. Папа уже завтра приедет. Он вообще не знает того, что мы задумали. В общем, завтра я приезжаю рано утром. Начинаю его мыть, все чистить. Я буду ставить новую резину. Это сразу мы снимаем, еще надо дорабатывать тут немножко маятник. Надо все конкретно отмыть, проводку, вот это, все эти вот сопли от бывших хозяев, вот это вот, что здесь вот так вот вокруг руля намотано, это все мы будем убирать, делать красиво. Ну и также думаю по покупке новых грипс, сразу поставить подушку, ну и в общем, ну что, в общем, смотрите, сейчас уже для нас это будет следующий день, для вас это будет через несколько секунд. Ну что, раз, два. Ну вот, друзья, уже и следующий день. Мотик на моечке. Сейчас все мою, чтобы был красивый, чистенький. И начнем все делать. Вот так у нас выглядит Honda. Смотрите, отвез ребятам полировку рамы. Полирнули мне раму. Вообще прям классно. Не зеркало, но все равно очень круто. Прям уже блестит. Так, сейчас тут убираю все косяки по проводке. Здесь все аккуратно, красиво. Старые грипсы я все-таки решил менять, потому что, ну, такое состояние уже ушатанное. Да. Так вот они снялись. Грипсы-то хорошие, но, конечно, состояние уже было не ахти. Снял я грипсы, и смотрите, ребят, с чем столкнулся. Вот. Ручка газа. Классно, да? Как вот так люди ездят на мотоцикле, что она может заклинить, и они могут убиться? Прошло некоторое количество времени, потом парень трудится, а я все собираю мод, снял заднее колесо. В общем, решил в подарок папе поставить комплект новых 53-х G-Max, чтобы он кайфовал. Сейчас будем все это ставить. Заднее колесо уже разул. Так что давайте сейчас посмотрим, как получится. Так что, друзья, вот мод у меня почти готов. По технической части новая резина. Уже поставил с новой графикой защиту вилки. Так вот все красивенько будет вообще. Клеил все сам. Блин, все руки обжег себе. Здесь сразу всякие мелочушки убрал, всякие изоленты лишние. Подушку. Поставил нормально слайдер, потому что здесь было все вырвано. Пришлось заново сверлиться, нарезать новую резьбу. Теперь цепь ходит идеально ровно. Сзади также новый баллон. Вообще пушка. Ну и рама, конечно, отполированная.
Ну а сейчас что? Давайте нарядим. Поставим новый пластик и... Погнали, в общем. Ребят, я очень торопился, я ничего не снял, но... В общем, папа приехал, мод готов. Ну, погнали. У меня мурашки бегут, вы не представляете, у меня все руки грязные. Я не ел вообще ничего, я с этими мелочами так осел. Ну ладно, сейчас увидим, что будет. Ну, пап, я думаю, тебе понравится. Какая классная у вас машина. У вас классная? Фига себе. Здорово, сынуля. Здорово. Эй, Серег, привет. Ты что, видишь, снимаешь? Здорово, дорогуля. Я вас снимаю, привет. Что, так, за пистолет-то не уродил? Весь сырой, видишь, как бы, видишь? Нормально. Это полный финиш. Дядь Лёх. Потом еще полушатает. Дядь Лёх, я еле успел. Буду в твою. Ладно, мы успели. Здорово, Тёма! Видишь, меня сырые все, как это. Как торопились? Ну, вы что, как торопились? Пробки торчали. Как же, здорово. Нормально все? Хорошо. Дядь Серёг, смотри. Как думаешь, это что такое? Это какой бы... Я не знаю, ну как ты думаешь, это тут кто? Ты там тоже сидеть был? Да. Ну. Мама рядом. Да. Ну. Это тебя прикатывали так? Угу. Видел, какая Хонда есть, была? Видишь, какая память, а? Ну. Моя машина. Нет, фотографии, да? Моя мотоцикла. Так не показывал. 31 номер, который у Юры Колоки я закупал. Это же макака. Макака. У Колоки я ее забирал. И что, как? Мотик бомба? Великолепный мотик. Ну пойдем, покажу тебе твой мотик, что ли? Ну что, вот он. Мотор пришлось перебрать, ну раз начали. Нет, не то. Иди сюда, мим пошел. Это не мое, нет. Это не. Ладно, вот он. Спаривай, нет, китай не надо. Это он. Не надо ничего, нет. Ну тогда ищи сам. Вот стоит, вот. Вот оно стоит, вот. Ну ладно. Давай, открывай. Давай, что ты? Давай. Что ты глянул-то? Давай, давай. Эй, алло. Алло. Не будем купить. Не, ну здесь чуть больше. Два раза. Так. Бомба. Ну, ты, Сереж, ты как, здесь там всем будет? Не знаю, кому там будет. Я посмотрел. Красавец. Как хотел. Тёма помогал, Женька помогал, все. Мальчишки, огромное вам спасибо, а. С Илюхой по ночам собирали, брать. И... Надеюсь, вам мотик будет красить только счастье. Ну, давай. Мы потихонечку будем, потихонечку. И как говорят на канале, не забываем одевать форму. Он очень старался. Без формы нельзя. Я за руль дал. Без формы нет. Все, он знает то, что я уже... Даже мой мальчишка, он не катается. Я вчера были. Покатайся. Нет, без формы ноль. Нет, качок нет, все нормально. В зале есть. Сможешь спагат хватить. Ну, дядя Терин, теперь все. Ну, почетно надо все. Какой он высокий?
Даже я так себе не позволял. Конечно. Что, нормально? Отлично! В такой в тапках стильный. Ну вообще. Загрузились, папа с дядей Серегой едут, и Honda едет в Чебоксары дубасить, поэтому скоро я приеду туда и тоже на ней погазую, а пока что провожаем. Вот, уезжают. Вот Олежа приехал, братишка. И там поехала та Honda, братан. Она вообще вся в путешествиях, блин. Ну что, ребят, ну вот и закончился на сегодня этот ролик. Очень эмоциональный, такой искренний, поэтому не судите строго, пожалуйста. Я максимально старался сделать так, чтобы папе понравился мотик. Мы вложили все, что нужно. Да, и были какие-то маленькие нюансы, которые мы так и не успели сделать, но ничего. Папа будет кататься и все это сам доделает. Ну что, а еще раз посмотрите, какая Honda была. То есть это старый мотоцикл, на который просто докатывали. То есть он был внешне уставший, двигатель был уставший, но при этом, не знаю, наверное, его все равно любили, но я знаю одно, теперь его будут любить больше. И вот теперь, когда он, ну, вы все видели, эта Honda зажила новой жизнью, и вообще теперь у нее, ну, я не знаю, будет много гонок у нее будет теперь, ну и, соответственно, она должна побеждать. Вот. Ну, спасибо вам еще раз огромное, что вы досмотрели этот ролик до конца. Пожалуйста, поддержите ролик лайком. Батю тоже поддержите лайком. Он очень на самом деле переживал, ну и, соответственно, как и я. Ну что, ребят, надо заканчивать на сегодня, потому что я нереально устал, я до сих пор ничего не ел. Ну, в общем, я поехал отдыхать домой. Если ты не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишись, потому что на самом деле я очень стараюсь делать для вас ролики. Ну и для вас это секундное дело, а для меня огромная мотивация делать все больше и больше интересного контента. Так что моя группа ВКонтакте, мой Инстаграм, если что, я на связи. Ну с вами был тот самый Дэнс. Всем удачи, ребят, до новых встреч.